Не дожидаясь токийского автосалона, Toyota рассекретила четвертый Yaris, предназначенный для Европы и Японии. Интересно, что на родине модель ранее называлась Toyota Vitz. Хэтчбэк построен на новой платформе. Это версия B тойотовской глобальной архитектуры. Пересмотрена геометрия подвесок, центр тяжести понижен на 15 мм. Кузов стал жестче на треть, а его пропорции преобразились. Сиденье водителя сдвинуто на 60 мм назад. Капот удлинен, увеличена ширина и колесная база. Но при этом Yaris стал короче и ниже. О просторе в салоне и багажнике Toyota не говорит ничего. Зато новый Yaris нескромно назван самым безопасным автомобилем в классе. Потому что в базовую комплектацию включены адаптивный круиз-контроль с автоторможением и удержанием в полосе. В Европе заявлена и некая центральная подушка безопасности. Загадкой остаются и характеристики двигателей. Чисто бензиновые версии — это трехцилиндровые моторы в 1,5 литра. Младшему положен обычный вариатор, а у старшего двигателя, помимо шестиступенчатой механики, есть интересный вариатор с механической первой передачей для начала движения. Но главной звездой назначен гибрид. Полуторалитровый мотор, электродвигатель и электромеханический вариатор. Для внутреннего рынка Японии приготовлены и оригинальные полноприводные модификации с двухрычажной задней подвеской вместо балки. У бензиновых машин в трансмиссии муфта, а у гибридов отдельный электромотор на задней оси. Японские Ярисы будут строить на островах, а европейской версией займется завод Toyota во Франции. Продажи стартуют весной следующего года.